рассказывать, что я прямо ее строю так. Потому что это первый видеоролик по ней, а я уже здесь все построил. И заново я не хочу здесь все делать. Поэтому загружаем мир. Здесь есть свой мир уже готовый. Давайте попробуем. Постараюсь этот видеоролик сделать не таким уж долгим, как обычно. Сделаю какой-нибудь видеоролик поменьше. Вот у меня что есть. Сейчас я вам покажу, что у меня есть. Так, сразу видим вот эту всю траву. Кто не играл в эту игру, тот поймет. Извиняюсь, что ночь. Ну, даже ночью видно то, что это все круто сделано. В общем, в чем прикол? Почему я вам сейчас это все показываю? Вот здесь должен быть какая-то такая поляна, я сделал. Так, здесь у нас стены я построил. И здесь вот дом я уже успел построить. У меня здесь, значит, есть наша пшеница, которую мы будем собирать. Так, меня тут залагало. Ну ладно. Так, давайте вот тут на четвертую тогда поставим. Так, погнали. Собираем все это, чтобы было. Так. И сегодня вот такой вот поучающий видеоролик, как играть в колонии Survival. У меня тут пшеница выросла уже. Советую вам поиграть в игру. Но на самом деле здесь выживать очень сложно, поэтому этот мир я загрузил без монстров. Так, что мне помогаешь там или кто там понял? Что делаешь-то? Что делаешь? Вы что делаете, эй? Мою эту... Они ломают мою эту... Как? Пшеницу. Вы что делаешь? Ненормальный. Вы что делаете? Вы ломаете мою... В общем, ладно, неважно. Надо это все собрать. Они ее не подавили заодно. Но без монстров здесь как бы по-другому уже получается, ну ладно. Так. Здесь все вроде собрали. Так, здесь что? Как это собирать? Так. Блин, ну пофиг. Ладно. В инвентаре. У меня офигеть как дофига всякой хрени. Здесь серьезно, очень дофига. Очень много всего. Так, у нас здесь, значит, есть эти штуки, у него нет этих. Туда там мы не... Можем вообще закинуть, нет? Давайте в инвентарь закинем, вот. Это вот солому. Да. Давайте осмотрим мой дом пока что. Тут, кстати, ребят, вот. Я здесь кое-что построил, о чем. Ну, как построил? Здесь ничего не построено, просто здесь... Тоже есть, как, ну как, не грядки. В общем, здесь я построил еще одни эти штуки. Строится очень это просто. Берете, нажимаете правую кнопку мыши, выбираете, например, ягодное поле. Нажимаете опять правую кнопку мыши, выделяете это все дело. И ставите на строительство. Но я пока что этого делать не буду. Потому что у меня и так хватает. То есть берете вот так вот. Спокойненько вот так вот выбираете и делаете. Слишком маленькая область. Я понимаю. Я потому что делать что не хочу этого. Потому что мне надо строить шахту. А мне нечем строить шахту, по идее. Ладно. То есть колонистов у меня дофига уже. Здесь у меня есть парни, которые с колчинами здесь. Кстати, колчины там что у них? Так, можем выделять их все, да? Так, ладно. Давайте посмотрим, что там делается у нас. Тут хлеб делается у нас. Тут пока что огонь не сделал, но выглядит это круто. Так, здесь у нас строится золото, там какая-то еще штука. Так, по инвентарю что там у нас? Так, в инвентаре пока что ничего нету, у нас только вот это все... А, мука. У нас появилась мука. Значит, мука. Они будут сейчас печь наш хлеб. То есть мы уже как-то так сделали, потому что у нас есть хлеб. Так. Понятное дело. Давайте осмотрим дом, который я построил. Офигенно, конечно, крутые текстуры. Ребят, кстати, вот какая у меня настройка стоит. Если вы хотите, сделайте себе такую же. Вот. То есть у меня стоит такая. Я поставил сглаживание ТТА. Хотя можно поставить здесь любая такая, ну, какая вы хотите. Максимальная. Дальность обзора 60.
Вот это вот. Синхронизация. Это тоже. Окружение террария. Так. То есть можно это все посмотреть. Так, значит, смотрите, что я здесь построил. Здесь я построил две кровати, можно заметить. Так, пошли дальше. Здесь, значит, тоже три кровати. У нас вот окна. Но окна... Дело в том, что здесь окон нету. Я это застрою потом каким-нибудь деревом, чтобы там монстры не появлялись. Также есть здесь чат. Мы можем здесь что-то вводить в чат. Какие-нибудь команды, например, там, я не знаю, просто вводить в чат. Например, даже по-русски. Я Нубас. Вот. И у нас тут в чате появляется. Так. Так, ладно. Скачана эта игра с сайта Все Топ. Я не знаю, как здесь ник сменить, но это возможно. Так. Ладно. Здесь у нас тоже дофига кроватей. Мы их можем тут ходить около них. Очень дофига кровати на самом деле. Я тут поставил, смог поставить. У меня еще там есть кровати. Так, это какой у нас? Это был первый этаж. Немногие, немногие построили, повторяюсь еще, такой дом. И смотрите, фокусировка, смотрите. Здесь становится мутно. Потом мы переводим обзор на факел, и мы видим этот факел. Например, вот, смотрите. Там мы видим... сейчас скажу, во. Там мы видим, видите, людей, которые мутные. Мы наводимся на них, они становятся не мутные. Ладно. Теперь мы приступаем. Это был у нас первый этаж. На втором этаже я тоже вам все показал. Что у нас здесь есть. Так. И давайте перейдем в третий этаж. Так. В третьем этаже одна кровать. Так. То есть это все оптимальные настройки. Советую вам ставить такие же, если у вас реально игровой компьютер. Так, еще одна кровать. И вот еще одна тоже кровать. Вроде все понятно. Так. То есть здесь все вообще понятно. То есть здесь ничего нет. То есть из обычного одноэтажного дома я сделал его трехэтажным. Кстати, ребят, небо какое-то стало не такое. Как обычно, от него стало, смотрите, все отражаться от дома. И даже, смотрите, я сделал так, ну, как не иллюзию, можно сказать. То, что вроде везде свет есть, но в каких-то этажах как будто он выключен. Но на самом деле он включен. Как-то так. Так, что мы здесь дальше видим? Здесь у нас что-то пытается сделать у нас. Собрать или что, я не знаю. Так, я не знаю только, как с ящиков это все сделать. Собрать? И зачем он нам вообще здесь ящик? Ладно. Пока что... Здесь я построил просто из блоков, которые были. Заметьте, у меня есть вообще дофигища тысячи. У меня 2 миллиона. То есть всего у меня дофига. Как это получить... И я вам скажу позже, в следующем, наверное, видеоролике, как это все получить сразу в начальной игре. То есть, всего лишь это надо просто побегать и порубить все. И еще, значит, что нам надо делать потом? Например, вот берете, и тот, кто строит лес, вот этот лесоруб, он у нас будет добывать деревья. Кстати, мы только что стали свидетелями, как... деревья появляются в этой игре, и у нас сразу лесоруб их рубит и получает от них деревья. Вот, можно получить. Вот, посмотреть, вот, запомнить это число обычного дерева, и оно станет... Так, он понес куда-то. Давайте поставим здесь что-нибудь. И здесь было где-то. Вот. Давайте поставим. Так, мне нужно куда? Так. Значит, раз... Два, три, четыре. Так. Пять, шесть. Пусть так будет, ладно. Может, чуть неправильно, но ладно. Так, опять инвентарь. И выкидываем это все сюда. Само оно появится здесь. Так, пока что это все. Здесь монстров нет, еще раз повторяю. Этот режим без монстров, это именно творческий, чтобы вы там повыживали так без монстров просто. Мне нравится без монстров. Выживать это довольно-таки интереснее. То есть, собственную какую-то такую штуку сделать. Я пока что здесь не совсем всем, как сказать-то, разобрался, но смотрите, вот. У нас другое уже число вроде здесь. Опять ночь, то есть день прошел. Так же, как в Майнкрафте, можно даже здесь побегать. Но лучше я бы не советовал убегать, потому что я вряд ли найду потом этот дом.
А спавниться я ни разу не попытался. Видите, уже даже отбегаете подальше, мы уже не видим домик. То есть, если даже вот так вот отбежать, давайте я хотя бы запомню, где я был. И сразу смотрите, поляна крутая. Сразу поляна прям. Самое прикольное, здесь можно строить. И теперь я вот запутался, где я был. Вот. Здесь можно включить свет, освещать свою дорогу. Например, если вы что-то строите, это очень хорошая функция для майнкрафтеров. Но это не Майнкрафт, ребят. Ну, с графикой, конечно, это офигенно. Это, ребят, вот даже вот у каждого этого видно то, что у него что-то есть такое. О, фокусировка просто пипец. Ребят, советую. Давайте добежим опять до нашего домика. Он у нас освещается все-таки как-то. Вот как бы без фонарика мы бегали бы. Вот, в темноте просто. А вот так с фонариком. Довольно-таки круто в этой игре. Так. Ладно, что у нас тут происходит? А они все спят. Вот, давайте мы сейчас наблюдаем, как они будут у нас спать. Так, что-то я запрыгнуть не могу. Во! И мы видим то, что они все наши люди, которые в костюмчиках такие. Кстати, их нельзя, наверное. Их же нельзя. Ну, лучше не буду, нет. Тут вдруг безработных двое. К колонистве у нас 22 человека, 22 кровати. Так. Одна нет. Ну ладно, это там стоят просто на этих колчинах охранники. Трое там. Ну ладно. Так, то есть можно прикольно побегать, посмотреть здесь все. Все очень красиво сделано, на самом деле. Так, рассвет мы даже можем рассмотреть. Облака движутся. И видите то, что у нас все где-то лежат, спят. Ну, или просто лежат. Я не знаю. Просто отдыхают от работы. И если бы здесь были монстры, а именно зомби, то они бы нападали. И пришлось бы отбиваться от них. Сейчас скажу, чем. Этими вот луками. Охранникам это нужно. Вот, например, смотрите, берем лук обычный. Блин, что я сделал? О, берем лук. И вот как это бы выглядело. Ну, или я не знаю, как будет. Так. У меня в инвентаре нету этой... сейчас скажу, чего. Во. Стрел. Вот смотрите, как бы действовали стрелы бы. Вот в дерево просто. Вот. И в дереве они не сохраняются. Вот смотрите. Раз, два. Во, сломал даже, смотрите. Обычной стрелой ломается дерево. Вообще прикольно, на самом деле. Опа. Ладно, давайте убирать, потому что мне все-таки нужно. Я долго копил это все, и не буду лучше это все сразу в один момент расфигачивать. Но это довольно... Кстати, ребят, здесь генерируются заново наши деревья, и мы можем опять как-то что-то с ними делать. Это довольно-таки хороший... Кстати, ребята, так, уберете. О, так вот. Вот. И листья пропадают. То есть они как бы отдельно от друг друга в Майнкрафте. Они вроде не действуют. Вроде они как-то пропадают. Ну, есть забагованные места. Конечно, я их не исключаю, но их меньше, чем таких. То есть, если вы удаляете вот эту штуку, то как бы листья, они сами пропадают. И лучше бы их лучше собрать. Потому что если они пропадут, а вам надо что-то построить, то это будет очень обидно. Хотелось дерево срубить, а не просто дубовый досок. Кстати, я из дубовых досок почти все стены построил. Так. Так. Вроде все. Давайте так оставим. Немного срубим. То есть все рубится без кирки. Хотя нет, у меня кирка есть. Сейчас покажу, где. Вот, у меня есть кирка. Значит, давайте это все уберу. Кстати, это тоже рубит что-то там у нас. Вот. Значит, вот, деревья растут, и лесник их срубает. Вот так вот. То есть, на самом деле, можно было и побольше, слишком много там, я не знаю, как-то все-таки это лес можно было и побольше сделать. Но я думаю, такого количества деревьев очень дофига. И давайте попробуем срубить обычной киркой. Вроде ничего такого не происходит. Ну, хотя... Может, какой-то эффект и происходит, но не особо, ребят, не особо.
Так, я что-то запутался. Во! Все, пропали наши листья. Вот, нету этого дерева. И давайте здесь тогда просто вам демонстративно покажу. Демонстративно. Я построю здесь где-нибудь. Ну, даже я не знаю где. Давайте где-нибудь выберем место. У меня же трава есть. Где-то должно быть. Давайте выберем место какое-нибудь. Ну, например, даже вот. Там, на заднем плане. Там, где у нас деревья вот эти. Давайте на заднем плане вот здесь. Давайте я это, блин, выкупаю. Так. Нет, давайте топорик все делать. Нет, все-таки какой-то эффект есть. Ну ладно, неважно. Так. Инвентарь, это нам не нужно пока что. Для нашей, так сказать, дела для нашего. Так. Берем, первый ставим. Ягодная ферма. То есть, вот это вот. То есть, у нас офигенно есть, конечно, это. Так, мы берем корону, это один. Есть два, это создание наших вот этих вот плееров. Ну как, ну короче, колонистов. Так, здесь мы будем строить что? Значит, мы должны что-то построить. Это что, деревья? От чего вообще? Чего-то деревья? Блин. Давайте срубим деревья тогда, до конца. Во, вот этот баг мне не нравится. А хотя нет. От него же что, дерево одно растет. Во, все пропало. Так. Ладно. И, короче, что? Дальше. Так. Значит, мы должны что сделать? Давайте эту штуку заменим. Потому что мне такое... земля здесь не нужна. Не нравится мне. Так. Это пока что скинем все. Эту грязь, все это скидываем. Я ее обычно вообще выбрасываю куда-нибудь. Берем обычную траву. У меня ее дофига. На самом деле, очень дофига. Я когда строил, здесь офигенно постарался, конечно. Так, это нам уже не нужно. Да, ведь не нужно? Ну ладно, неважно. Так, берем обычную эту штуку. Давайте мы будем строить, я не знаю как. Давайте так же, как мы строили здесь. Так, значит, здесь, значит, у нас лес. Так, давайте строить. Нажимаем правую кнопку мыши. О, не-не-не-не. Мы же не строим ягодную ферму. Мы же строим, как я уже сказал, мы строим лес. А именно, нажимаем ЛКМ, левую кнопку мыши. Нажимаем теперь лес наш. Инструмент лесника. Теперь нажимаем опять правую кнопку мыши. Это ПКМ. Нажимаем, выделяем любой объект. Так, давайте так же, как у нас и было. О, я могу больше сделать. Прекрасно вообще. Ну нет, ну не очень прекрасно, но так уж. Так себе, ладно. Я могу сразу все сделать. Но главное, чтобы на 100 было хватало. Я не знаю, почему на 100 именно здесь лимит, но, я, видимо, как-то так это можно сделать. Я попробую как-нибудь это по-другому потом сделать. Я не знаю, получится у меня или нет. Но пробую. Нажимаем теперь правую кнопку мыши. Отпускаем. Все. У нас... Один безработный рабочий остается. Нажимаем опять ЛКМ. Берем теперь пшеничное поле. Он же пшеница есть, да? Так, нажимаем опять правую кнопку мыши. Выделяем наше место, где мы будем это все делать. По максимальному давайте выделим. Нет. Тут не получится у нас. Это надо... Блин. Тут я немного ошибаюсь. Ну ладно. Во, все. Вроде не будет мешать нам. Так. Окей, давайте это закинем. Это ладно, это не будет вам мешать, конечно, но я люблю все закидывать все-таки. Так, потому что я это все дело коплю. Так, нажимаем правую кнопку мыши, выделяем пшеничное поле. Выделяем его до 100. И нажимаем опять правую кнопку мыши. Я правильно все сделал? Да. 0 безработных рабочих. И теперь мы делаем здесь что? Нажимаем ЛКМ, берем ягодное поле и нажимаем здесь выделить. Так, и ставим здесь, чтобы она была по максимуму. ПКМ, все. У нас одинаковые эти штуки, у нас получились они одинаковые. Но так как у нас нет рабочих, которые будут что-то делать, пока что нет. Ну, я это сделал, кровать ведь у меня есть. Вот у меня есть кровати где-то здесь, должны были быть.
А где кровати? Вот кровати. Это лучше, чем спать на полу. Есть у нас кровати, но... Но... Нет у нас... Чего нет? Этих рабочих. А чтобы... Ну, то есть, просто нельзя поставить кровать, например. Это именно нужно, чтобы дом был. А дом я не хочу строить. Так, мы сломали лишний блок. Так, например, давайте... Нет, я почему-то не могу это проверить. Нет, стойте. Вот что. Так. Давайте потом шахту попробуем сделать. Я, если честно, я не понимаю, как это все работает. Но у нас боты начинают что-то сеять. И мы можем даже издалека понаблюдать. Но давайте, я не знаю, в следующей части тогда. Я не хочу, чтобы эта часть была прям огромной на час, но я думаю, вот этих минут, наверное, хватит. То, что я заснял. Я, правда, не знаю, сколько я заснял. Но этого, наверное, хватит. Так, день. Это у нас день, значит, 110-й, видать, какой-то. Если правильно тут написано все. Так, ну что ж. Наша колония готова, здесь все сделано. Они ушли спать все. Вон они пошли. Спать все. Пошли к себе домой на кровать. Они, у них своя кровать у каждого. Вон стоит, все, лег он. Все красиво сделано. Факелы я поставил везде. Факелы тоже из дров сделаны. Вот тут все, что можно скрафтить, здесь у вас есть. Ребят, еще раз. Вот прям... Сейчас вам просто расскажу, может кто-то не знал. Нажимаете настройки, нажимаете язык, здесь переменяете. У вас будет стоять English, вот, наверное. Короче, вот, English у вас будет стоять. Хотя игра немецкая. Короче, English будет стоять, English. Вы вот так вот делаете и переключаете сюда. У вас здесь будет Rus, ставите Rus и нажимаете кнопку применить. В общем, на этом все, наверное. Пока что на этом все, что я хотел вам рассказать. Здесь почему-то не строится, я не знаю почему, но я думаю, я с этим все-таки разберусь. Так, ну все, наверное. Домик у нас хороший получился, все мы сделали. Так, давайте проверим наши итимы. И надо заканчивать. Так, это все лишнее у нас. То есть эти вечно будут стоять у нас. Эти парни, они будут охранять. Но не знаю, от кого они охраняют, потому что у нас как бы нет врагов, монстров. Так бы они сражались с монстрами, и это выглядело бы очень даже прикольно. Кстати, у меня свет горел? Ладно, вот. Как это выглядит в темноте, еще раз повторяю. То есть, это не так, как в Майнкрафте, прям темно-темно. Нет, не очень темно, но вот эта вот третья ночь уже сейчас идет, пока я снимаю. Это довольно-таки круто, потому что все-таки можно увидеть, куда ты идешь. Но со светом все-таки лучше. Как-то фонарик или факел, я не знаю чего. Главное, это все работает. И можно даже посмотреть, как наши ростки будут расти. Так, что у нас там идет? Давайте посмотрим. Так, у нас здесь все. Кто-то начал садить и не закончил, потому что ночь наступила. То есть они бросают всю работу, потому что они боятся монстров, и бегут к себе на кровать. Окна, я вам сказал, ну, не думайте, что я там не доделал дом, потому что у меня нет этих предметов. Я хочу сделать блоками. То есть я хочу вот этот вот блок получить. Черные доски, это доски и угольная руда. Угольная руда, я не знаю, где ее получить. Угольная руда, вообще, по идее, она получается с шахты. Шахту я еще не построил, я ее буду строить на следующем видеоролике про эту игру. Ну, пока что на этом все. Вот у нас даже уже все выросло. Здесь мы уже можем... Мы же можем уже это все собирать дело. Давайте соберем здесь все. Да, все собирается. Давайте соберем здесь все. Пока ночь, пока эти не видят нас. Все-таки еды уже нам дофига очень. И так я делаю это постоянно. То есть они садят семена... И я это сажаю заново все. Это выглядит очень офигенно. Еда у меня есть. У меня есть... Сколько там еды? А! Извиняюсь, у меня 409-й день почему-то уже пошел. Не знаю почему. Ну ладно, не важно. Главное, что у меня появляется еда. Точнее, не у меня, но пшеницу собрал.
Из пшеницы делается мука, а из муки хлеб. Правильно. А из хлеба хлеб мы просто уже едим в этой игре. Ну, в общем, наверное, все понятно. То есть, все собирается, никто не топчет ничего из ботов. Тупые боты, которые топчут пшеницу. Так, сейчас спокойно собрал и положил в инвентарь себе. Видите, все. Все, что выросло, я собрал, все. Сейчас они проснутся, вот они проснулись уже. Уже рассвет, где-то 6 часов утра. Безработных минус один, потому что одного я все-таки не заспавнил. Потому что кровать еще не поставлена. Вот, рабочие пошли уже. Они пошли сажать опять что-то. То есть вот эти вот рабочие, которые здесь работали, они начинают здесь опять что-то сажать. Вот, я вам доказываю это. Вот идут рабочие. Вот они идут, идут. Вот они приходят и начинает он сажать. Начинает он сажать. То есть все это как бы работает очень хорошо. То есть вот он начал сажать бот. И мы уже спокойно через дня два по игровым меркам. Это два дня, вот, несколько минут, это где-то минут 10, наверное. Это в день. И за где-то два дня игровых мы уже получаем пшеницу. Из нее мы делаем. Вот еще раз показываю, вот, вы, наверное, не видели. Там стоит печь. Вот, печь, они делают муку. Кто-то из них делает муку. Вот эту штуку. Опять кто-то ломает. Блин, он ломает ее. Ну, ладно. Как бы ладно. Потом разберусь с этим. Они делают муку. А из муки мы делаем уже. Например, вот. Это я все выкидываю. Все. И уже из муки они делают все остальное. Наверное, это все понятно. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.